Друзья, всем привет! С вами Леся, и сегодня я хочу вам показать свой лук Fantastic Box, и это у нас апрель месяц. У меня подписка на год, стоимость 1300 рублей, и ура! Доставляет, конечно же, в последнее время курьер, я забывала вам об этом сказать, но для меня это очень важно, потому что почта абсолютно мне не подходит, и я рада, что доставка снова возобновилась, курьерская служба, это очень здорово. Если вы смотрели мое прошлое видео, коробочку из прошлого, то вы знаете, какие были небольшие такие странности. Если не смотрели, расскажу, что у меня была подписка оформлена на год, потом мы не платили, не оплачивали подписку, то есть на карте не было денег, с которой снимали обычно, и эта подписка заморозилась, и вот с прошлого месяца мы снова начали платить, мне прислали коробочку октября прошлого года, а вот с этого месяца, с апреля, сняли деньги и прислали уже коробочку за апрель, ну, то есть нужно, то есть подписка просто возобновилась, и стали, насколько я понимаю, присылать коробочки обычные, да, как всем, не из прошлого, но я уже как-то была даже настроилась на те коробочки, смотрела старые составы, давайте разберем, что же пришло за апрель месяц, и в конце будет мой такой вердикт, да-да, нет-нет, довольно-недовольно. Также вы оставляйте свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну, давайте откроем. Коробочка очень красивого фуксийного цвета, я бы такой помадой красилась. Давайте же ее откроем. Здесь у нас, как всегда, вот эта вот листовочка с какой-то информацией, с продукцией на следующий месяц. Вот такая вот затравочка будет, крем от Эспа 7 миллилитров. Кстати скажу, для меня это неинтересно. Давайте приступим. Что же мы тут обнаружим? Во-первых, уже не первый раз кладут вот эти вот ресницы Эллюр. Я, честно говоря, не разбираюсь в такого рода продуктах. Я такими вещами не занимаюсь, не клею ресницы, не наращиваю. Я считаю это, ну, полной дуростью. Вот это мое такое мнение. Я это могу понять, если это делается для каких-то постановочных видео, для каких-то съемок, для какого-то шоу, я могу это понять. Но когда это делают просто в реальной жизни, я считаю, это дурью маются люди, нужно как-то, я не понимаю, для меня это просто неприемлемо такое делать, поэтому, ну, ладно, вердикт потом. Ну, вот это странный продукт, потому что действительно не так много людей, не так много девушек клеят эти ресницы. Следующее, это маска от Beauty Pro Plant Based Range, розовая, с розой. Тканевая маска с розой, ну, это такой расходничек, который вот действительно все могут использовать и не заморачиваться. Ну, конечно, это не самый интересный продукт в нашей жизни, просто тканевая маска, по крайней мере, я как бы, у меня лично такое отношение. Следующее, это от марки Glow. Марка Glow, она специализируется на всяких тряпочках, на всяких очищающих средствах. И здесь у нас тряпочка скраб для губ. Я ее уже смотрела. Честно говоря, я не очень рада, когда вот эти вот всякие тряпки кладут. Макияжные вот эти вот тряпки тоже не абсолютно, если вы реально краситесь, они вам не снимут никакой макияж с помощью теплой воды. Это только если у вас легкий нюдовый макияж, вы натрете себе лицо и таким образом снимете этой тряпкой. Если у вас более или менее макияж, там стрелки, что-то стойкое, подводки, это вам не снимет, просто натрете лицо, будьте как помидор. Это глупость. Надо снимать чем-то нормальным. Вот такая вот штука, похожая на какую-то жесткую мочалку, это тряпка-скраб для губ. Честно говоря, ну, я такими штуками не пользуюсь. И мне это прям вот вообще не интересно. Всякие тряпки. Так, следующее, лак. Все девочки, кто из России, заказывают лук Fantastic, не рассчитывали на лак, рассчитывали на тени Bella Pieri.
но к нам обычно лаки не доставляют, но всем поприходили лаки. Поприходили лаки. Кстати, лак приятного оттенка, что я могу сказать, нет никаких каких-то странных цветов, типа бирюзы, не знаю, какие еще я видела лаки иногда бывают, ну, не в лук-фантастике вообще, каких-нибудь там глэмбокса, желтые лаки, ну, это вообще кошмар. А здесь лак приятный, он такой пастельно-розовый, марка Be Your Nails & Company London, My Fair Line. 10 миллилитров, веганные, тестируются на животных, в общем, все хорошо, но дело в том, что я вообще не пользуюсь лаками. Вы видите, у меня всегда коротко отстриженные ногти, и они у меня очень быстро растут, то есть я в неделю два раза обрезаю ногти, то есть лаками я не пользуюсь, никакими покрытиями, тем более, просто вот у меня всегда голые ногти. Этот продукт тоже как бы мимо, потому что, ну, я не могу его никак применить. Следующий продукт — это марка Avant, опять это марка Avant, я не знаю, они буквально через каждую коробочку крема, сыворотки Avant вкладывают, это у нас с орхидеей, гиалуроновая, белый пион, серум, сыворотка. Здесь 30 миллилитров, все знают, что эти крема очень дорогие, да, безусловно, они коробочку окупают. Так, меня прервали немножко. В общем, это сыворотка, этот серум от Avant. Марку Avant вкладывают буквально через каждую коробочку. Она дорогая, да, у них крема, сыворотки по 8000 рублей, если перевести на наши деньги, там плюс-минус, да. Это у нас идет упрощенная упаковка, но продукт полноразмерный, 30 миллилитров. Честно говоря, я пробовала уже и на ноги, и на лицо, конечно, пробовала, и на ноги, и дарила, и отсылала, и раздавала. В общем, куда и кому я только не впихивала этот Avant, потому что мне абсолютно их продукция не подходит, как, в принципе, и большинство вот этих вот странных, не очень известных марок, особенно эко-марок, которые представлены в Look Fantastic, они, безусловно, дорогие, но они... На мне это просто липкий клей, жирный жир, и не впитывается. Все, вот больше ничего не могу сказать. Поэтому, ну. Также марка Ren Everclam Global Protection Day Cream. Дневной крем, здесь у нас 15 мл. Опять же, вот эти вот пометки не тестируются на животных и так далее. Все, конечно, хорошо и здорово с этой позиции, но тоже как бы... То же самое, что Avant. Больше мне сказать нечего. Итак, что могу сказать? Так, у нас, как всегда, 6 продуктов. Конечно, коробочка окупается. Это безусловно. Look Fantastic, он в этом плане молодец. Он вкладывает хорошие миниатюры, полноразмерные продукты, какие-то классные аксессуары. И не всегда классные. И коробочка порой даже в 10, а то и больше раз окупается. Ну, по крайней мере, раз в 5 так точно. Окупается она? Конечно, она окупается. Конкретно мне она интересна, конкретно для меня она полностью оказалась провальной. Есть ли здесь продукт, который мне реально интересно попробовать? Нет, здесь ни одного продукта нет, который мне интересно попробовать. Есть ли тут продукт, который я могу использовать? Да, есть здесь продукт, это тканевая маска. Все остальные 5 продуктов, это полностью мимо, абсолютно. Поэтому, конечно же, тут полный для меня лично провал. Может быть, для вас она будет интересна, полезна. Особенно, если вы любите марку Avant, конечно, это супер выгодно. Но пока что так. Надеюсь, вам было интересно. Теперь ждем майскую коробочку. Что же Look Fantastic приготовит там. Очень надеюсь, все-таки на декоративную косметику. Это было бы интереснее. Ну все, всем большое спасибо за внимание. С вами была Леся. Всем пока-пока.